Всем привет, друзья! С вами канал Крипто Плечо. Сегодня мы рассмотрим такой проект, как Криксивия. Криксивия — это MMORPG, которая работает в формате Play to Earn. Она работает на блокчейне Binance Smart Chain. Разработана была она на Unity. В их твиттере есть официальный анонс про то, что у них состоится уже официальное партнерство с Unity. Это действительно круто. Также они постоянно выкладывают какие-то новости по поводу разработки игры, локаций каких-то. Поэтому обязательно подписывайтесь к их твиттеру, чтобы быть в курсе всех обновлений. Данная игра является 3D-игрой, достаточно симпатичной. Они хорошо проработали возможности, которые дает движок Unity. И создали интересный продукт, который выделяется среди других play-to-earn игр браузерных, которые являются просто кликалками или какими-то квестовыми зацикленными играми. Данная же игра имеет очень развернутый геймплей, является 3D-игрой. Здесь есть возможность играть в кооперации со своими друзьями. Давайте посмотрим трейлер и узнаем немножко больше о самой игре. Криксивия — это фэнтезийная 3D-MMORPG, в которую можно играть в любом современном браузере, прямо на их сайте по адресу crixivia.io. Целая экосистема ждет новых отважных игроков для сбора криксита, их собственного токена. Приготовьтесь зарабатывать криптовалюту и уникальные редкие NFT, весело проводя время в кооперации со своими друзьями. Вы можете создать своего персонажа, сражаться в подземельях с боссами, ставить валюту на кон в банк, добывать особые предметы, создавать заклинания из магических драгоценных камней под названием Криксит, которые могут быть связаны с вашими предметами для доступности. Обменивайте добытые крикситы и предметы на внутриигровом аукционе или в форме NFT на любой совместной децентрализированной торговой площадке. Электронная сила ваших экипированных предметов помогает узнать, какова ваша истинная ценность в мире Криксивии. Чем она выше, тем сильнее ваш персонаж. Да, друзья, данная игра отличается тем, что здесь у персонажа нету как такового опыта, нет левела, и ваш персонаж прокачивается путем приобретения все новых и новых каких-то инвентарных предметов. То есть это может быть крутой меч, крутой шлем, и чем круче ваши предметы, тем круче ваш персонаж. В самом мире Криксивии существует несколько фракций, все они пока что миролюбивы, все они борются за то, чтобы достать их основной ресурс – крикситы. Пока что данные фракции находятся по задумке разработчиков в Содружестве, мы же являемся нейтральной стороной, то есть обычными путешественниками, игроками, которые решили попытать свою удачу и прибыли на шахту крикситов в поиске приключений и заработка. Как описано в их документации, со временем фракции будут входить в сопротивление, будет PvP режим, и вы сможете присоединиться к одной из фракций. Давайте рассмотрим токены, которые присутствуют у проекта. Первый токен — это KXA. Токен — это токен, который торгуется на внешнем рынке. С помощью него вы можете покупать стартовые пакеты, то есть для начала игры, принимать участие в специальных событиях по продаже NFT. И с помощью него же можно купить внутреннюю валюту KXS, которая уже и используется в игре. KXA уже торгуется, он залистен на CoinMarketCap. Сейчас у токена неплохая цена для того, чтобы зайти. В принципе, сейчас идет даунтренд на рынке, то есть, да, все падает, биток падает, все остальные альты тоже падают. Данный токен тоже находится на просадке. Токен уже торгуется на PancakeSwap, Maxi, BakerySwap. И я так понимаю, что в скором времени будет на Decoin'е. Но пока что никаких объемов по торгам нету, поэтому в принципе можно сказать, что он торгуется на двух биржах, это PancakeSwap и Max Global. Второй токен — это KXS, это как раз внутренний игровой токен, он также размещен на Binance Smart Chain, является онлайн валютой игры для покупки, торговли NFT внутри игры. Он имеет достаточно большую эмиссию, чтобы его хватило на всех игроков. И в принципе потом его же вы можете обменивать на KXA и уже выводить фиат или возможно покупать другие NFT, возможно спекулировать этим токеном на рынке, как вы уже пожелаете. Для того, чтобы начать играть, нужно подключить
на сайте MetaMask свой. Мы сейчас будем рассматривать стейкинг и как раз подключим MetaMask. Вся подробная инструкция описана у них в документации. Я также хотел рассказать про раздел с маркетплейсами. Здесь представлены три маркетплейса. В принципе, говорится, что их NFT могут продаваться на любых маркетплейсах, которые работают с Binance Smart Chain. Но, как пример, они здесь представили три маркетплейса. Это Treasureland NFT Marketplace, Air NFTs и Bakery Swap NFT. На всех этих маркетплейсах уже идет активная торговля. Мы видим, что здесь есть игровые NFT-шки уже. Поэтому как только рынок игры получит объемы, заработает в полную силу, я думаю, можно будет выходить на маркетплейсы. Последнее, что касается геймплея, на сайте вы можете посмотреть ролик с внутренним геймплеем, где играют, я так понимаю, разработчики, непосредственно команда проекта. Ролик на английском языке. Но здесь как раз вы можете увидеть, как именно работает игра, будут описаны аспекты. В принципе, если у вас есть базовое знание английского, вы можете ознакомиться с данным роликом. Мы же перейдем к последнему разделу, о котором я хотел рассказать, а именно к стейкингу. Для того, чтобы получить доступ к полному функционалу сайта, нужно подключить MetaMask. Сама игра и стейкинг находятся в альфа-версии. Подключаем MetaMask, проходим все апрувы и получаем возможность отправить токены, которые мы можем купить на одной из бирж. Все условия описаны на данной странице. Также тут будут раздаваться коллекционные редкие NFT. Это будет около 1000 NFT. Доступ закрытый, его, скорее всего, можно получить через их сообщество. Все ссылки на их соцсети представлены здесь. Залетайте в Telegram или в Discord. Сразу задавайте вопросы в общем чате и получайте актуальные ответы по поводу доступа к альфа-версии и другим вопросам, которые у вас могут возникнуть. Ну что ж, друзья, на этом у меня все. С вами был канал Криптоплечо. Инвестируйте с умом, помните о рисках. До свидания.